И меня на заднее крыльцо, на встречу мне вышла моя кормительня, обняла меня с плачем и рыданием, как многострадальная Одиссея. Летопись сия отличается ясностью и краткостью слога. Например, 4 мая, снег, Гришка за грубость пит. 6-е, корова бурая пала, Сенька за пьянство пит. 8-е, погода ясная. 9-е, дождь и снег, Гришка пит по погоде. 11-е, погода ясная, Пороша затравил 3 зайцев и нам подобное безо всяких размышлений. Мужчины женились обыкновенно на 13-м году на девицах 20-летних. Жены имели своих мужей в течение 4 или 5 лет, после чего мужья уже начинали бить жен. И таким образом оба пола имели свое время власти, и равновесие было соблюдено. Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает то, что люди никогда не довольны настоящим, и по опыту, имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Долго ли мне гулять на свете, то в коляске наверху, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком. Долго мне, долго мне, долго мне гулять на свете, то в коляске, то в коляске, то в коляске, то в ком, то в кибитке, то в кибитке, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то в телеге, то в телеге, то пешком. Не на свете спирай дороге, не средоческих могил. На коленях, на коленях под копытом, на горе, на горе под колесом и вокруг, и на кулак раскрытом, на разобранных, на разобранных постов, и желания под цепи, и мороз стоял на стене, и не прошло по улыбке, не проборный дворик. Но на суде, помышляют, помышляют.